あ、そう。Алиса, нормально? Оркестр. Добрый день, дорогие друзья. Мы снова с капитаном Христа на Камчи, в лодке Лонгос. Наш капитан Христа, мой хороший друг, товарищ и брат. Да, у нас одинаковые тележки. Вот, смотрите, вот я. Привет, привет из Болгарии. Мы снимаем еще фото видео 360. И вы можете его посмотреть тоже по ссылке. Рядом с этим видео будет. Вот, капитан, наш капитан. Настоящий капитан. Да. Вот два долу, знаешь, как... Сейчас вашему взору откроется самая красота. Самая красота реки Камчи. Алиса, чтоб ты не упала, держись. Чтоб ты не упала. Держись, хорошо. Вот такие красоты, смотрите. Любую из этих вилочек. Дать это дача, а тут говорят, что вилочки пили. Вот, смотрите, какая красота. Здоровей! Смотрите, какая красота. Здоровей!
Тихо роботі двигателя. Ну, это и вон та кучнурка. Вот черепаха здесь. Где? Алиса, смотри, видишь черепаха? Бластер щиткот. Да, где? О! И змея, видели, вот она змея. На краю. Это другая-то там. Это ошли, чакай. Что такое? Где? А крокодил? И покажи, что там, где крокодил? А, я могу. Смотрите, какая красота. Не надо вам смотреть релакс-видео, смотрите натуральное видео. Квин Симона, а красота! Дата се намира. Има си традитово в реката. Просто радиато. За като видим през тръбата. Дата се плаща. Това е? Се градуса. Отел Порси. Лято през работа. Отел Порси. Оставай газа му твоич. Оставай не става. Става зюр. Смотри, как газ обал, тесто бензина больше. Тихо работаем. А вы что, с вас это обал, или
малко по тем гулям. И там от преди има друга костина. Къде? Там на Дънера по водата. В ляво от носа на лок. Ага. Да, видите, что капитан говорит, наслаждайтесь тишиной, пением птиц. А красота. И пчела можешь слышать на той тишине? Да. То что заспи человеку? Что будет страх сейчас? Поехали дальше. Там сейчас выходят капитанские сигареты. А ти треба да пушиш лула тука. Лула, наш. Такой пушик. Да и слиза. Тут паровоз, знаешь. Там до сена. Поснимал вот эту сторону. Здесь настоящая жизнь.
здесь все, смотрите на красоту. Не обращайте внимания. Thank you.
Те са гледали някой пизал полето и са ги бутали или не са бутали, или към тяло не са ли бали води. Това са решили това, че водни костюмер, те пута на дърна. Ето ви пето. О, черепахи. Вау, какви са големи. Большие черепахи. Големи. Големи, големи. Мъжка. Снима ли братото с Тенора? Да. Те са двуполни, нали? Има и мъжко, има и жен. Не са мъжи хермафроди. Да. И какво по-молоди? Яйца? Яйцата долу в чията ги са. А по-молодичка е свързана ли с това? Не, тя са жаба. Яйца. Ето тук наляво и там където положилате, и там някъде се влива река. Вот и море. Ето има два манголи. Гранична застава. Наклонни. От вишка на войни. Една година солдадеха някакви мотора. При глава храна. Мотора, да посъд, мотора да посъд солдадеха. Аз да си се отработи от тогава. Заради мотора. Това се посъдиш. А във всеки мотора сме сега сега. Работе ли? Я тут не знаю. А, работе, да, Юрий? Собачка. Я вот зима, жаль, готовы, да? Красота. Парковка грамотная, обратите внимание. Это уже годами отработанная привычка. Вот наш причал. Вот это красота.
Все, приехали, вот капитан. Сейчас будет швартовать лодку. Привяжет ее. Все, с прибытием. Вот все, как на настоящем корабле. Морской узел. Поморский узел, беси. Стоп рекординг.